Это было очень интересно. Я только пришла в Большой театр, я проработала несколько месяцев, и приехал Пьер Лакот, чтобы репетировать со мной «Дочь фараона». И какие-то вещи он сделал специально для меня и сказал, что теперь это будет так. Я знаю, что он меня очень любит, а я его очень тоже люблю и уважаю. Это потрясающий человек. Это, наверное, один из немногих, может быть, один-единственный, кто сегодня может ставить такие грандиозные, большие классические балеты. Поначалу мне очень сложно давались все эти французские движения, потому что мы воспитаны на другой классике, у нас другая школа. И вначале было очень сложно с этим справиться, какие-то вещи для меня были непонятны. Но когда я стала понимать, я расслабилась и стала просто делать то, что он говорит. Это такое наслаждение. Я так стала любить этот спектакль. Просто когда он идет, я всегда с удовольствием и репетирую его, и танцую. И я очень люблю этот спектакль.